примите мои поздравления. 50 очков каждому из вас за прекрасную игру. Что случилось? Что случилось? Мы выиграли! Как прошло наказание у Снега? А, Снег заставил меня перебирать тухлых флобер-червей. Поздравь от меня всю команду, ладно? Может, сам поздравишь? Я не могу. Мы встречаемся с Дамблдором в астрономической башне. По-моему, он хочет, чтобы я пошел с ним на поиски Крестража. Ого, ты там осторожнее, дружище. Еще он просит, чтобы я захватил с собой рябиновый отвар. Придется сбегать в клуб зельеварения, сварить его. Увидимся. Привет, Ник. Дамблдор попросил меня сварить рябиновый отвар. Что ж, просьбы директора не стоит пренебрегать, Гарри. Беги в теплицы травологии, в клуб зельеварения и скорее свари этот отвар. Вот мы и пришли, Гарри. Рябиновый отвар – сложное зелье. Можно я понаблюдаю, как ты его варишь? Удачи! Кровь саламандры. Думаю, что это принесет мне оценку превосходно. В следующий раз получится. Пробуй еще. Рябиновый отвар – сложное зелье. Можно я понаблюдаю, как ты его варишь? Удачи! Начало. Получится в следующий раз. Рябиновый отвар – сложное зелье. Можно я понаблюдаю, как ты его варишь? Удачи! Рябиновый отвар – сложное зелье. Можно я понаблюдаю, как ты его варишь? Удачи!
Позвоночник рыбы льва. Мандрагора. Тихая, не то что живая. Медовая вода. Слизь в лобер червя. Вы не видели профессора Дамблдора? Профессор Дамблдор с профессором Снегом направлялись в астрономическую башню, когда я их видел в последний раз. Тебе не приходило в голову, что ты слишком многого просишь? Может быть, я уже не хочу выполнять твои приказы? Я не собираюсь это обсуждать, Северус. Ты дал согласие, и говорить больше не о чем. Пришло время забрать крестраж. Это может оказаться чрезвычайно опасным, но я обещал взять тебя с собой. Но при одном условии: ты должен будешь мгновенно, не задавая вопросов, выполнить любой мой приказ. Да, сэр. Если я велю тебе спрятаться, убежать, бросить меня и спасаться самому, ты это сделаешь.
Пообещай мне, Гарри. Дай слово. Даю слово. Хорошо. Ты готов отправиться в наше небольшое опасное приключение? Как мы туда доберемся, сэр? Трансгрессируем. Вот это место. Том бывал здесь в детстве. Потом он вернулся сюда еще раз. Под другим именем. Путь нам преграждают препятствия, созданные Волан-де-Мортом. Сэр, там в воде мертвецы. Пока нам не о чем волноваться. Но, Гарри, не касайся воды. Вы думаете, Крестраж там? О, да. Эту жидкость надо выпить. Ты помнишь условие, на котором я взял тебя с собой? Что бы ни сотворило со мной это зелье, позаботься о том, чтобы я выпил его до конца. Если надо, примени силу. Но, сэр... Ты дал мне слово, Гарри. Теперь твое здоровье. Сэр! Вы не можете остановиться, профессор. Вы должны пить дальше. Нет, не заставляй меня. Прекрати, пожалуйста, прекрати. Я прекращу только если вы выпьете. Пожалуйста. Еще один, профессор. Воды, воды. Yeah.
нужно в больницу, сэр. Нет. Мне нужен профессор Снег. Быстрее, Гарри. Спрячься. Не показывай себя, несмотря ни на что. Профессор! Выполняй, Гарри. Вы же не убийца, дорогой. Откуда вам знать? Вы даже не подозреваете, что я сделал. Чуть не убили Кэти Белл и отравили. Пожиратели смерти здесь. Я починил исчезательный шкаф в выручай комнате и впустил их. Прямо у вас под носом. Экспеллиармус! Неплохо, Драко. Но предупреждаю, убийство – дело непростое. Что тут у нас? Дамблдор! Волшебной парочки в одиночестве. Действуй, Драко! Кишка у него тонка. У нас приказ темного лорда. Это должен сделать мальчишка. Нет. Северус, прошу. Аббада Кедавра. Быстро отсюда. Все кончено. Уходим. Остолбенеть! Ступай! Экспеллиармус! Левикорпус! Левикорпус!
Поттер принадлежит темному лорду. Оставь его. Дамблдор мертв. Экспеллиармус! Иди. Сектусемпла! Ты смеешь использовать против меня мои собственные заклинания, Поттер? Да, это я, принц-полукровка. Дамблдор тут все в момент поправит. Хагрид, Дамблдор. Почему черная метка? Кого-то убили? Где Дамблдор, Гарри? Где Дамблдор? Мы могли бы подготовить Хогвартс-экспресс уже на завтра. А как же похороны Дамблдора? Нельзя отправлять учеников по домам. Они захотят попрощаться. Это был Снэк. Всегда Снэк. А я сидел сложа руки. Жуть. Подумай только, это часть души Волан-де-Морта. Да, только он был не настоящий. Внутри лежала записка, кто-то забрал настоящий крестраж, и я должен его разыскать. Мы будем с тобой. Ты что, правда считаешь, что сумеешь разыскать все крестражи в одиночку? Как ты думаешь, мы когда-нибудь вернемся в Хогвартс? Не знаю, но остается еще 4 крестража, и я уничтожу их все. А если по пути мне подвернется Северус Снэк, тем лучше для меня и тем хуже для него.